myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. Всем привет, дорогие друзья, это снова я, Мейден. Мы сыграли шоу-матч, моя команда Refreshing Dragons против Grandes. Мой друг, комментатор Аскорбин все это стримил, а я сделал нарезку. И сейчас вы ее можете лицезреть. В конце видео очень важная инфа, так что смотрите до конца. Сегодня у нас столкнутся две команды Refreshing Dragons и Grandes. Начинается у нас первый раунд, карта Overpass, посмотрим, что у нас заготовили каждая из команд. Grandes спокойно принимает Refreshing Dragons. Остается у нас единственный Zero. Он слышит здесь Zero, у него есть спокойно вся инфа, Zero не знает про чаки, он здесь спокойно может забирать. И забирает он его вантапом, в спину. Этот раунд для своей команды, он замечает чаки, но нет, чаки просто вантапом, пулечкой. Как Скрим забирает здесь Кэмерона, и это 15-0. Этот человек сделал вантап в спину и также убил в голову, как Скрим вантапом. Встречайте чаки! Интересно, сможет ли он взять этот клатч? Нет, Харек все-таки убивает Зеро. Зеро убивает Харька. Посмотрим, сможет ли Соу убить Зеро. Да, Соу убивает Зеро, а также его разменивает сразу же Мейден. Refreshing Dragons, и как на это ответят Рэндлс. Grandes, точнее, господи. Прошу прощения за мой таджикский. Мейден не может перестреливать Харька, Харек отходит, остается у него 73 хп. Харек убивает Мейдена, таки их принять, Харек. Убивает он одного игрока. Убьет ли он еще кого-нибудь? Видит, замечает игрока Zero, убивает его к чаке. У нас сгорает Пов. Ой-ой-ой, что происходит? Убивает, и он остается один. Но его сейчас зажмут здесь в клешни, из которых он, к сожалению, не выберется, мне кажется. Хотя он убивает здесь Хука. Убивает здесь Найта. Они собирались его брать на нож, но говорит, не так скоро, не так быстро. И все же перед тем, как умереть, он забирает еще и Найта. Еще до... Ой, еще сквозь смог простреливает Мейден, а так... И ситуация 3 в 3. Может быть, сейчас, наконец-то, они возьмут свой первый раунд. Так, Ави, Кольт и Калаш против двух Калашей. Посмотрим, что они здесь делают. Найт убивает Зеро. Кэмерон убивает двоих, о боже, что за раунд? А ситуация 1 в 1, сможет ли сегодня Кэмерон убить Чаки и забрать этот раунд для своей команды? Он замечает Чаки, но нет, Чаки просто вантапом, пулечкой. Как Скрим забирает здесь Кэмерона, и это 15-0. Остается у нас один раунд. То есть они уже сразу переключились на следующую карту. Я так понимаю, они здесь отыграли 16-0. И Егорик, все-таки плохие новости у меня для тебя. И правда, какие специи будешь использовать или сырой будешь есть? Смоки на офсайд. Занимают они здесь спокойно офсайд. Чаки убивает сквозь смок. Зеро присайд разменивает Чаки. И, кстати, я вот что заметил, все-таки с авто... Ага. Хук ловит По на перезарядке, но все же По успевает перезарядиться и убивает Хука тем временем. Кэмерон убивает Найта. Все, Чаки... Ой, По уже радуется, то, что они забрали, в конце концов, первый раунд. Хоть уже и во второй игре. Зеро здесь убивает одного, По ему помогает убивать здесь Харька. Плентится у нас бомба. Найт убивает одного. Просто хорошим таким вантапом. Так... А, по Мейдену прилетает небольшая хаешка, которая сносит ему всего один хитпоинт. Мейден стоит здесь у дверей. Забирает Харек здесь одного из игроков. Мейден его сразу же разменивает. Мейден убивает еще одного. В чате замечается фраза «Мейден силен». И походу это так. Походу это и правда так. Здесь он спокойно забирает двоих игроков. Найт убивает Пресайза, Зеро разменивает Пресайза, убивает Найта. Ситуация 2 в 2. Зеро также убивает Соу. У каждого из игроков по 2 килла. У каждого из игроков драконов, в смысле. И Чаки остается в ситуации 1-2 с 30 хп. У него здесь, конечно, шансов не особо много, но также не стоит забывать то, что у Зеро 7 хп. Он может здесь спокойно забирать Зеро и искать последнего Мейдена, который находится в сайте. Здесь Мейден замечает Чаки и делает третий килл.
он фактически выигрывает этот раунд для своей команды. Вместе с Zero, соответственно. Мейден. Да, Чаки убивает здесь Камерона, в конце концов. И Мейден остается один против двоих. Посмотрим, сможет ли он забрать раунд. Убивает он первого игрока, остается один на один. У него 20 хп и Чаки. Чаки делает вид, что убегает он в нижний. Но, в конце концов, на шифте возвращается и забирает здесь Мейдена. Это какой-то... какой-то нереальный раунд уже. Здесь выход. Слышно, как щелкается зум над игроком Precision. Найт уже убивает Кэмерона. Сможет ли он здесь... Так, Апекса у нас точка Б. Ставится бомба. Все остальные игроки стягиваются к Б-пленту. А тем временем Харек уже покидает этот матч. И здесь не самая лучшая ситуация, в конце концов, для Грандес. Но все же, Соу убивает здесь Zero. И остается ситуация 2 в 3. Но также не стоит забывать, что у Мейдена 1 хп. Прессай здесь убивает одного, Мейден забирает второго. Все, идеальный раунд для команды атаки. Здесь они забирают пятый, в конце концов, раунд. И заметьте, как же хорошо здесь принимают команда атаки... Ой, команда защиты драконов. И при этом они успевают еще подпушить сзади, и постоянно идет какой-то размен. Даже вот сейчас, когда убили Найта, Хук его сразу же разменял. Довольно, скажем так, профессиональную игру они здесь показывают. Харек бустится, Чаки бустится здесь на ящике, чтобы занять здесь довольно неожиданную позицию. Соу чекает Кэмерона. Харек стоит за углом, и они все втроем контролируют пачку. И боюсь, у Кэмерона здесь даже не будет шансов. Остается ему лишь уходить на... А нет, все-таки на сейф ему здесь точно не уйти, это ласт раунд в конце концов. И Кэмерону уже нужно быстрее что-то делать, остается у него 30 секунд, не так много времени. Собирается он обходить здесь, судя по всему. Сейчас будут смотреть. Посмотрим, заберет ли он здесь хоть кого-нибудь. Да, забирает он здесь Соу. И немного не успевает все-таки Харек зарезать Кэмерона, а Кэмерон убить Харька. Интересно, что было бы первее, если бы не закончился этот раунд, мы бы это все, конечно, лицезрели. Пятером идут два мейн. Так. И идут сразу же занимать здесь... Плент занимает винты и сразу же убивают по... Мейден принимает Со. И ставится пачка на Б-пленте. Ситуация 3 в 4, но... все же им будет немного проще принимать. Ситуация 3 в 3. Найт убивает Зеро. Кэмерон убивает Чаки. Присайс убивает Найта. Боже, что за перестрелка? Харек немного ошибается, не убивает Кэмерона. Кэмерон, посмотрим, сможет ли он задушить Харька. Да, все-таки он его душит. И Грандес проигрывает здесь этот раунд. Затыкали, пишет Precise. Это, да, так и есть. Все-таки затыкали они последнего игрока. А КТ, здесь они берут Дигл. И Кэмерон. Кэмерон здесь может спокойно принимать как минимум троих. Но все же он убивает Харька, но Найт убивает здесь Мейдена. Кэмерон здесь довольно неплохой импакт принес, но все же Пой сделал немного больше. Он забирает здесь троих игроков. Кидывается флешка. Precise. Сможет ли он здесь убить кого-нибудь? Кэмерон здесь сразу же перетягивается, чтобы помочь Precise, но у него немного это не выходит. Мейден здесь забирает Хука. И вот опять же таки за защиту драконы в принципе тоже неплохо играют. Ой-ой-ой, Харек забирает здесь двоих игроков. Также откидывает дроп своему тиммейту. Я только хотел похвалить... Ага, все-таки Соу забирает здесь Precise, но его тут же разменивает Кэмерон. Я только хотел похвалить драконов, то что за КТ они отыгрывают здесь более чем профессионально. Тоже идет подпуш, тоже идет принятие на определенной точке. Харек пытается догнать Зеро. Посмотрим, сможет ли Зеро забрать здесь одного из игроков. Нет, все-таки он промахивается, ошибается, его забирает игрок команды Атаки Найт. И боюсь, Гранды здесь заберут и вторую карту. Мейден. Флешоном убивает Чаки. Также здесь замечает Со, убивает еще одного игрока. Мейден замечает здесь третьего игрока, дамажит его, но не убивает. Хук убивает Мейдена, но Кэмерон сразу же Мейдена разменивает. И нет. Харек здесь спокойно Precise принимает. Получается вентиляцию. Ой-ой-ой. Пой здесь убивает с маг 10-го. Зеро убивает еще одного, убивает. Со убивает Харька. Остается единственный игрок команды атаки Хук, но все же, его успевают здесь убить. Правда, не без потерь, но все же.
один из игроков уже занимает... Ой-ой-ой, представь, что он здесь делает? Он просто переворачивает этот раунд для своей команды, и ситуация 2 в 1. Посмотрим, сможет ли сделать что-то Соу, в конце концов. Но, боюсь, шансов у него мало. Хотя, с другой стороны, он убивает здесь Зеро, а у которого шансы здесь на победу мало с его количеством-то здоровья. Забирает он здесь пачку. И Precise ловит тайминг, из-за которого он мог забрать этот раунд себе в коллекцию. Но нет, у Соу теперь есть инфа по Precise. Ставит он здесь пачку. Посмотрим, что здесь делает Precise. Ой-ой-ой. Что за страшные звуки? Господи, боже мой. Ага, ясно. Они уже просто здесь начинают фаниться, смеяться, господи. Просто не так уж и много времени, посмотрим, что здесь предпримет Precise. Сможет ли он забрать? У Соу теперь есть вся инфа, чтобы... забрак. Господи, что здесь происходит? Они уже все, они как будто потеряли вот эту надежду на победу, либо они просто фанятся и заряжаются моралью так. С другой стороны, у них это получается, из ситуации 4 в 3. Нет, уже 3 в 4. Хук забирает Мейдена вантапом в спину. Харек забирает Кэмерона. И, боюсь, здесь уже фаниться им не придется, потому что этот раунд они могут спокойно проиграть. За счет своих драконов Зеро. И наносит ему небольшой урон. Закидывает просто всеми гранатами, что есть. По, забирает здесь двоих в спину. Что за раунд? Он слышит здесь Зеро, у него есть спокойно вся инфа, Зеро не знает про чаки, он здесь спокойно может забирать, и забирает он его вантапом в спину. И это еще одна выигранная игра для Grandes. Поздравляем их с победой, это был просто замечательная игра. По поводу важной инфы. Мы с моим другом Кэмерон Волкером создали МКВ сервер, свои сервера в CSGO. Ссылка в описании, пожалуйста, поддержите наш проект. Также я хотел с вами обсудить дальнейшую жизнь канала. У меня есть множество идей, и сейчас я вам хотел их предложить. И, в принципе, напишите в комментах, нравятся вам они или нет. И вообще, как бы, что мы будем делать. У меня есть идея составлять топы по различным там играм, на мое мнение, там, допустим, топ игр для слабых ПК, идея, топ различных модов на игры, допустим, Ведьмак 3 уже делается работа. Потом гайд для новичков Бровхала, вторая часть турнира Бровхала, которую я еще не доделал, что еще. И вообще рассказать, допустим, о проекте МКВ Servers, чтобы вам было это интересно. Сделать это с помощью Source Filmmaker, и может в дальнейшем снять и даже гайд по Source Filmmaker, потому что я довольно-таки сильно начал разбираться в этой программе, и она мне очень сильно нравится. И, допустим, даже, может быть, какие-то туториалы для вас нужно попилить, может быть, по превьюшкам или еще там что-нибудь, вообще какое-то познавательное. Просто напишите, короче, в комментариях, что вам интересно, какие вопросы у вас есть. Вот, может, чем-то подскажу, если у вас даже есть каналы какие-то. В общем, посоветуемся. Ладно, с вами был Мейден, до встречи. Жду ваши ответы в комментариях по поводу того, что мы будем делать дальше. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока.